Приднестровском госуниверситете начался ремонт корпуса Б. При этом учебный процесс в здании не остановили. Пока делают левое крыло, занятия продолжаются в правом. Наталья Ткачук с подробностями. Еще недавно в этих кабинетах шли пары, а сегодня здесь вовсю идет ремонт. В аудиториях со стен сбивают старую штукатурку, так что в коридорах пыль столбом. Строители работают на всех трех этажах. Корпус Б, где занимался физмат, естественно-географический факультет, физвоз и медицинский перестраивают. Здесь все поменяется, за исключением только несущих конструкций, это стены и потолочные. Эта необходимость назревала довольно-таки давно. Я вам скажу, что с момента постройки, это 30-е годы, и по сегодняшний день такого грандиозного ремонта, такой грандиозной реконструкции не проводилось. Я вам скажу, для сравнения, или для примера, вернее, значит, когда проводились подобные работы в первом корпусе, при замене кабеля силового подачи электроэнергии, да, обнаружили клеймо 56-го года еще. Всю мебель из аудитории вынесли в коридоры, но учебный процесс не прервали. Пока делают левое крыло, занятия будут идти в правом. Сейчас, правда, студентов в кабинетах нет, каникулы, но есть преподаватели. Они работают по плану. В этой аудитории преподаватель математики готовится к парам. Они начнутся через 2 дня. Каникулы у некоторых, да. Каникулы, и кто-то сдается с хвосты. Нет, еще рано хвосты сдавать. Это уже когда сессию сдадут, тогда уже. А здесь инженер готовит компьютеры к очередному семестру. К соседству со строителями, говорит, привык, ему шум не мешает. Они грамотно сделали, перегодили ту сторону, все перенесли сюда. Угу. Так же самое, и когда здесь будет ремонт, мы приедем туда. 2 года назад переделали корпус А. По такому же принципу теперь делают здания через дорогу. Аудитории перестраивают так, чтобы их стало больше. Такую задачу поставил президент. Он поставил задачу, значит, расширить аудиторный фонд для того, чтобы это не является секретом. ВУЗ занимается в 2 смены и потихонечку уходить от этого, значит, переходить на односменную систему там, образования. Значит, вот за счет этой оптимизации, там, долгих, так скажем, где-то даже споры возникали, но все-таки мы пришли к тому, что только в левом крыле за счет оптимизации, даже где-то уплотнения, значит, мы высвободили 5 аудиторий, которые будут задействованы непосредственно в учебном процессе. Завершить работы в корпусе Б планируют до 1 сентября, а в 2024 начать их в следующем корпусе. Большой ремонт университета запланирован до 2028 года. Наталья Ткачук, Леонид Мастак, ТСВ.